все время играть по такую дополнительную игру. Ой. Когда уже сразу выполнили. Я потеряла, зачем-то вышла. Ой. Уф, твоя. Что за жингл? Я победила. Ой. Ой, не проиграли. Ой, я скины вам обещала. Конечно, не знаю, как что будет. Не 70 минут. Так, да ну нафиг. Вот такой у меня есть Дина, вот такой есть Дина, вот такие есть злючные глаза, если говорится так. Да. А если Дина так и сделать, забавно будет. Вот цепь вообще идет, мне кажется. Вот такие у меня скины все здесь, вот эти. Я хочу за птичку. Птичка очень милая, давайте поедем забрать. Набраться много чего. Ай! Закрылась там тупо и все. Ну ладно, ничего страшного.
это сложно, мне кажется. Так. Ладно. Давайте свою какашку. Без мозга. А! И чё? Зелёная штуковина. Даю какашкой. Называй просто какашкой. Не, есть всё-таки мозги какие-то. Я преподлагаю. Извиняюсь. Самый быстрый способ в мире, реально. Не самый быстрый. Дракоши. Распродажа на Алиэкспресс. На Озон. Типично я. Распродажа на Алиэкспресс. На Ли... Ой. На Озон. Распродажа. И так далее. Так, следующий уровень. Последний уровень. И потом будем прощаться, думаю. Ну да. Да в смысле? Я же захожу. Вообще дуревшие рекламы стали. Потом еще заходятся. Все, стоп, я нажимала на что-то, может быть. Это будет последний уровень, я думаю, будем прощаться. Хотя реклама нужна, чтобы деньги, да, были. Зарабатывали кто-то, по-моему, там. Не помню. Да, по-моему, это как-то так. Нормально снимаю, просто очень странно получается, что очень длинная будет. Поэтому я до 7 снимаю здесь, 7:30 уже. Ну, 7 минут снимаю и уже, ну, короче, ну, вы поняли. А, я улетела, ну ладно. Это прикольный уровень был. Так обрыхнулся. Короче, всем пока-пока, до новых встреч, короче.